Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И приступим мы с тренировки. Естественно, нам нужно забрать, подожди-ка. Ага, есть. Своих последних, так скажем, бойцов. И в магазине на халяву надо забрать карточку фехтовальщика. А я здесь тоже одну возьму. Фиксно. Ну, вроде бы и все. Так, с чего начнем? У нас, кстати, есть ежедневное испытание. Сегодня я его не проходил. Давайте глянем, что тут. Ого. Так, зомби и улитка. А кого мне дадут? Крестьянина и мечника. Слушайте, давайте разочек попробуем. Может быть, все-таки получится. Хотя, навряд ли. В последний раз я играл против таких же ребят. Ничего у меня не вышло. Давайте попробуем. Я знаю, что сейчас будет улитка здесь выезжать. Причем довольно часто. Ну, где улитка? Блин. Ладно, пускай будет так. Пускай будет так. А вот и улитка, ребята. Давай будем... Тут самое главное, ребята, гасить базу фаерболами. Тогда, возможно, все будет замечательно у нас. Сейчас будет зомби выходить, стопудово вам говорю. Вот, и сейчас всех взорвет. Нет, смотри-ка, не особо у него это получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем ты так делаешь, базенка вражеская? Мечник, ну давай быстрее ты, иди, в штаны наложил, блин. Вот сейчас так и будет, ребят. Вот сейчас так и будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Сколько нам еще нужно? Примерно 3-4 фаербола, да, запустить, чтобы база разнеслась в хлам. Но вряд ли у меня это получится. Вы видите сами, да, что тут происходит. Ничего хорошего. Давай вот так вот сделаем. Ну, будьте идти. Ой, ну куда вы все в кучу-то? Ой, дурики, остается у нас 41 секунда, ребята. Здоровья у башни еще вражеской очень много. И вряд ли у нас, конечно, что-то может получиться. Я, конечно, попробую. Вот сейчас взрыв. Естественно, всех убрали. Сразу же выходит улитка. И все в таком вот, ребята, темпе будет происходить. Ну давайте, ну немножко там осталось. Ну, 18 секунд. Ребята, ну напряглись, ё-моё. Ой, камикадзе взорвет всех. Да, как всегда, ребята. 9 секунд, нет, не успею я, к сожалению. Как бы я этого не хотел. А я хотел это очень сильно. Секунда последняя, все, ребят. Слишком какой-то у них тут зомби-камикадзе тормозной. Не взрывается сразу, он еще проходит, протягивает специально, чтобы всех собрать в кучу и потом уже бомбануть. Ладно, ребятули, здесь я ничего абсолютно не смогу сделать. Сами видели прекрасно. Тогда будем с вами переходить на следующий этап. И у нас, кстати, арена. Вы всегда просите меня сыграть в арену. Поехали, посмотрим, кто нам здесь достанется. Ёлки ты палки. Нет, давайте тогда уж поменяем. За 100 монет-то не так уж и сложно это сделать. И нам достается, в принципе, ребят, если вот посмотреть, не такой уж и сильный враг. Единственное, меня смущает здесь робот. Давайте еще раз поменяем. Кого-нибудь лояльного нам нужно взять, найти. Ну, блин, нет, здесь мне терракотовый воин просто все мозги выжрет своим вот этим вот окаменением. А вот здесь... Черт подери, в принципе, неплохо, неплохо. Но вот меня смущает вот этот вот стражник. Он довольно крепкий. Хотя, давайте попробуем. И возьмем мы с вами против них, наверное, вот этот отряд вообще, наверное, будет идеален. Рискнем, как говорится, да? Займем хотя бы хоть какое-то место, чтобы получить потом награду. Так что, собрали всю силу воли в кулак и, как говорится, будем ждать наступление, а лучше нам делать нападение. У меня есть Ронин, что меня офигенно радует. Лишь бы этот Ронин у нас не тупил, ребят. Вы знаете, как он может тупить. Во-во-во-во, отражение. Ронин, ё-моё, ну что ж ты, блин. Просто взял и вышел. Так, а вот БФГшки нам бы здесь нежелательно получить, нет. А ну-ка. Не понял, а что произошло? Что? О, Ронин Малорик. Что-то сейчас такое произошло, я даже не понял. Так, мне нужно, ребят, желательно... Ой-ой-ой-ой-ой. Накопить на ведьму. Блин, а вот и стражник вышел. Ну, вы будете что-нибудь тут делать-то, ё-моё.
Совсем не хотят воевать. Совсем. Я боюсь, он сейчас вызовет своего, ребята, босса, и тогда будет здесь очень больно. Естественно, естественно, расстрел, конечно же. Как же, как же по-другому-то? Ну давай, 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 давай. Во, ураганчик. Ведьма, ведьма, ну ты мне очень сильно нужна. Давай, быстрее. Во. И смотри, как специально он вызывает свою богиню. Солнце, света. Неважно, короче, богиня. Нам нужно как можно быстрее. Давай, пробивай. Так, хорошо. Давай, 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 давай. Слушай, да ты офигел, что ли, блин? Ты посмотри, как он мне ведьму покорябал, ребят. Офигеть. Зашибись. Ладно, мы сравняли шансы, короче. Он у меня ведьму убил, я ему богиню солнце. Во-во-во-во, правильно, прыгун. Вот так вот их там всех надо жучить, щучить, прижучивать, одним словом. А ну, давай-давай, бомби, бомби, пожалуйста. Так, у нас еще есть, есть порох в пороховницах. Вам не кажется, что база у него тут слишком оборзевшая? Просто приборзела, блин, стреляет без остановки. Ронин мой, как обосранный выходит. Не хочет выбегать в неистовство. Ну и что? Сейчас будут колбасить мою базу, да? И он еще одну богиню света вызвал. Черт бы его побрал. Да как тут можно вообще драться, эй? Ну, я так не играю, ребят. Ну, просто слился. Все из-за этой базы. Все из-за этой, ребята, базы, чертова. Да, мы проиграли. Я, конечно, мог бы потратить 10 гемов и взять реванш, но я не буду. Пабло меня победил. Ну что ж, давайте тогда посмотрим еще, ребят. Вы сказали арену. Вам она больше нужна, чем сюжетка, поэтому будем играть в арену. Явно я здесь не выиграю. 77 уровень, да куда? Не сгодится. Давай дальше менять. Ну-ка, кто нам здесь достанется? Ой, 78-й. Слушайте, ребят, я думаю, что мы здесь просто с вами будем сливать свою энергию, и толку никакого не будет. Поэтому давайте-ка лучше мы пойдем с вами в бой. У нас, кстати, немножко осталось до 68 уровня. Да и здесь, кстати, тоже немножко осталось, чтобы нам перейти в следующий телепорт. Я думаю, вы будете не против. Так, и смотрим. Здесь у нас, значит, чумная мышь, некро, служитель тьмы, голем, ну и дедуля. Вот этой командой я думаю, что смогу, наверное, одолеть. Даже, в принципе, без проблем должно получиться. Поехали. Да, потратили, конечно, мы с вами немножко энергии, ну да ничего страшного. Если сейчас тут все с вами пройдем как надо, все будет хорошо у нас. Это... Ага, здесь у нас дед будет. Надо подготовиться к этому делу. Вышел у нас голем. Ну, против голема я вызову... Ой, блин, чумная мышь. Ну, куда что? Вот он всегда так делает. Потому что пока я буду разбираться с големом, чумная мышь будет потихоньку нас травить здесь. И ничего себе потихоньку. Она очень хорошо травит. Очень хорошо. Блин, что же делать-то? Придется так делать. И Ронина. Ронин, молодец, молодец. Ух, лично сделал. Так, давай, давай, давай. Надо убрать нам некро, она нервирует меня. Все, молодец. Заморозку. Давай, прыгун, уничтожай служителя. И ведьмочка моя выходит. Вот она, красавица. Големчик, ну что, хочешь получить люлей? Сейчас получишь. Давай, давай, отлично. А вот и дед вышел. Кстати, ребята, вы помните, что в прошлый раз у нас с вами произошло? Как дед с удара убил ведьму. Сейчас посмотрим. Если у нас все здесь произойдет, как я рассчитываю, то будет хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, служитель тьмы. Он гад травит. Ну, бомбани, пожалуйста. Есть. Фух, повезло. Потому что вот этот хиллер сзади, который стоит, он лечит, блин, теперь он лечит голема. Эй, мы так не договаривались. По-моему, ребят, меня сейчас немножко здесь покорябает. Или не успею? По-моему, не успеет. Хорошо. Пока у нас все отлично. Давай-давай этих зомбиков.
отражение хорошо сработало сейчас, да? На войне маги. Поэтому здесь мы отстояли. Давай смотрим дальше, что у нас тут произойдет. Еще одна богиня света у нас выходит. Фу, богиня света, куда, о чем я уже думаю? Конечно же, воин-маг. Давай, давай, ну ведьму, ой, ведьму. Че ж чумную мышь-то не забомбили, елки-палки. Зачем, зачем вы проходите мимо, как эти, как истуканы, как дурачки? Давай, 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 давай. Зажарь, у нас, ой, ребят, у нас времени-то все, тю-тю, в обрез. Мы с вами не справились по времени, к сожалению. Блин, да что ж такое-то? В принципе, ничего здесь такого сложного нету. Почему мы не можем никак с вами пробиться? Не знаю, ребят, не знаю. Прям какая-то аномальная тут игра. Ну, офигеть. Кстати, здесь знаете, в чем проблема, мне кажется, больше всего? В самой некро. Уж больно здесь она круто со своими вот этими черепунделями выделывается. И мы просто не справляемся, не успеваем. Плюс чумная мышь, которая нас постоянно с вами травит. Может быть, сделать ответный удар? Типа такой же компании нам собрать? И, как говорится, вырваться вперед? Сейчас попробуем, если мы здесь... Ну, здесь в любом случае мы выиграем. Но только победа у нас, конечно же, с вами нечистая. Я буду переигрывать, и на этот раз я возьму, знаете что? Этих я не буду брать, однозначно. Вот здесь все хорошо, в принципе, но если он вызовет своего деда, он будет просто здесь бомбить всех налево и направо. Хм. Неужели мне надо вот этих вот взять, а? У нас тут Джаггер, у нас Голем. Но у нас здесь очень мало дальнобойных юнитов, которые могут и воздушные цели бомбить. У нас только вот, как видите, ниндзя. Прыгуна нету, вот этот вот служитель тьмы будет нам мозг выносить. Так, если мы здесь, например, заменим с вами мечника или ронина, давай-ка глянем, на кого. Ведь если мы поменяем с вами мечника на какого-нибудь хорошего юнита, то, возможно, мы с вами прорвемся вперед. И причем довольно неплохо. Давайте-ка мы вот его уберем и посмотрим альтернативу какую-нибудь. Сейчас, секунду. Чумную мышь можно было бы взять, в принципе. Можно взять некро, тоже, кстати, неплохо. Давайте-ка вот так вот мы с вами сделаем. Некро здесь, поверьте, будет не хуже, чем мечник себе вести. И тоже будет ему хорошо вносить мозг. Только надо будет ее сейчас немножко докачать. Вот и все, в принципе. Она мне, не забывайте, ребята, 4 звезды имеет. Так что шанс, наверное, у нас все-таки здесь есть. Ну что, поехали. Вот единственное плохо, что только маг-воин у меня может подбивать воздушные цели. Как бы этого мало. Чумная мышь, она очень противная. В плане того, что она именно травит. Она плюет кислоту. В этой кислоте стоят мои юниты и, соответственно, умирают. И для этого нужно ее как можно быстрее уничтожить. А она обычно всегда сзади... тех же самых танкулик вот идет. Сейчас увидите. Ну, та же самая школа, елки-палки. Как всегда, он вызывает голема, чумную мышь сзади на прикрытие. Во-во-во-во-во. Вот так. Вот это хорошо. Вот это сейчас было хорошо. Мы убираем сейчас чумную мышь. Видите? И вот травит лужа вот эта вот некро. Ты мне здесь нафиг не нужна. Вот так вот. Быстро мы с ней разделались. Так, у меня прыгун уже бомбит базу. Это, кстати, очень круто. А вот и моя некро начала вызывать черепундери, которые тоже будут ее раздражать, врага, я имею в виду. Вот так вот. А вот что служитель тьмы здесь делает? Давай, прыгунчик, перепрыгивай. Забомби. Шикарно ты делаешь. Вот она, ребята, тактика моя. Чего? Уже дед вышел? Ёпрст, да как же так-то? Дед вышел, это плохо, ребят. Я совсем про него, блин, забыл. Как ни странно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, я вызвал ведьму, да? Предположим. Вызвал ведьму. Давай попробуем ронина. А ронин, как всегда, еле-еле идет там. Ну! Да блин, лишь бы ведьму не подбили мне. Давай вот так вот сделаем. Хорошо. Служитель тьмы попал. Дед сдох. Потому что отражение сработало, и он погиб. Слушайте, все хорошо идет. Очень даже хорошо. Сейчас ведьмочка моя здесь немножко пошукает.
Давай, давай, родная моя. Я, естественно, ей немножечко помогу. Давай, давай, давай. Что такое, да блин? Где суперудар мой? Вот он. Давай, давай, всех тут раскромсай. Ох, еще и ураганчик. 23 секунды, ребята, очень мало времени. Очень. Блин, 17 секунд. Да что ж такое, опять не получится, что ли, ребят? Что за проказа, а? Минус. Да, ты посмотри, что некро творит, а? Ай, 6 секунд, не успели, ребятули. Опять не успели, да что ж за фигня-то такая, а? Вот они стоят тут и держат свою оборону. Офигеть как, я не могу просто пробиться. Да, мы, конечно, уничтожим сейчас замок. Но, опять же, неудачно. Черт подери, да как быть-то, а? Я не знаю, ребят. Как быть? Чего нам тут не хватает? Слушайте, а что, если мы возьмем с вами вместо Ронина какого-нибудь летуна или даже всадника на журавле? Знаете почему? Потому что нам нужно убивать мышь чумную. Это, кстати, единственный юнит, который здесь летает. И он заодно будет бомбить у меня что служителя тьмы, что некро. Давайте-ка попробуем с вами выбрать кого-нибудь. Кого-нибудь хорошего. И я предполагаю, что это будет либо всадник на журавле, либо та же самая чумная мышь. Пока другого варианта я не вижу. Давайте уберем Ронина. Где мой всадник? Вот он, родной. Вот он, мой всадничек. Ну-ка, поехали. Посмотрим, как у нас теперь пойдут дела. Блин, я должен, ребят, пройти этот уровень идеально, понимаете? И он меня еще, кстати, отвлекает очень сильно для того, чтобы я не успел вызвать свою ведьму, понимаете? А это моя имба в данный момент вообще в игре. За счет ведьмы я практически здесь все и рулю. Сейчас посмотрим, как у нас здесь будут обстоять дела. Да-да-да, я знаю, что этот голем сейчас, естественно, вызывает летучую мышь. Как по стандарту, блин. Это как по написанному все идет. Вызываем вот так вот. И попробую я всадника на журавле призвать. Успею, нет? Ну, успеть-то успела. Вот как у нас тут дальше пойдет. Отлично. Вызываем некро. Заморозили, да? Ага, хорошо. Теперь я, ребята, буду пробовать призывать ведьму. Ой, да блин, я же хотел ведьму призвать. Кстати, смотрите, как она очень хорошо бомбит по некро. Ах ты гад, ты посмотри, что делает служитель тьмы. Он все-таки может уничтожать воздушные цели, ребят. К сожалению, я этого, в общем-то, не знал. А может быть, знал, но забыл. Ага, вот она, все шайка-лейка вышла. Выбежали, блин, постулаты. Давай, 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 отлично. Сейчас мы деда должны закромсать с вами. Ну, да куда ты? Ну давай, деда, бомби. Есть. Вот так-то, будет знать свое место, паршивец. Так, где мой всадник? Всадник, давай, выходи, потому что тут что-то какая-то слишком уж заварушка пошла. Жесткая. А если мы еще поможем? Поможем, поможем своим ребятам, естественно. Давай, всадник. Вот так вот, разбомбил чумную. Смотри, тут какой замес идет. Ха! Неужели прошли, ребят? Да. Ёлки-палки, сколько мне пришлось потратить сил, чтобы пройти этот, в принципе, не такой уж и сложный уровень. Но, тем не менее, ребята, я вас поздравляю, и мы с вами переходим на последний этап. Это завод. Фу, сколько же я энергии здесь потратил. Ёлки-палки. Офигеть. Ну что же, нас встречает здесь молотильщик и щитобоец 72 уровня. Поэтому я думаю, что можно даже вот этих вот... Погоди-ка, вот эти. Не вот этих, а вот этих ребят взять. Поехали. Как говорится, война в разгаре. Сейчас, естественно, он будет меня спамить. Как же без этого? Будет выпускать своих щитоносцев. А мы, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не надо буянить. Да давай ты бомби ты по этому дурику-то. Да ладно, а как вот так... Ребята, очень быстро почему-то меня здесь разносят. Вообще моментально, эй! Да что за дела-то, блин? Они берут меня уровнем. А если я помогу, я тут маленько... Помог, блин.
Ну давай ты, блин, паладиныч. Так как мне их пробить-то, а? Этих говнюков. Я не могу пробить, ребят. Смотри, что делает. Все, по-моему, хана мне здесь, да? Да, к сожалению, они нанесли урон. Что же мы здесь можем с вами такого предпринять? Я даже не знаю. Да, базу мне просто снесли. Ну что же, не прошло, не прокатило здесь у нас. Потому что уровень. Юниты, в принципе, такие же, как и у меня. Только у меня 67 уровень, а у него, извините меня, 70 с лишним. Тогда мы с вами... А если я возьму вот здесь, а кто у меня тут? Нормуль может справиться, да никто. А вот здесь уже, да, ближе к теме. Поехали вот этим отрядом. Сейчас мы им покажем, где раки-то зимуют. Ну-ка. Так, голем. Голема, наверное, они быстренько, да, распечатают. Скорее всего. Но не забывайте, что у нас есть тоже молотильщик. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо. У нас тоже есть молотильщик, ребята. О. И нам нужно, ребят, с вами как-то Джиггернаута призвать. Вот так вот. Вот теперь пойдут у нас дела. Смотрите, что мы сейчас с вами будем тут вытворять. Просто распиливать их всех тут. Идите прочь отсюда. Все, мы взяли, ребят, с вами преимущество. И никто уже им тут не поможет. Естественно, если только, ребята, молотильщик выкинет свою пилу и, соответственно, нанесет повреждение моим всем юнитам. Но это вряд ли произойдет. Давай, давай, ребятульки, напряглись. И снесли, как говорится, базу. Вот так вот. А то будет мне еще тут выделываться. Ну что же, а мы переходим ко второму этапу и смотрим, кто здесь добавляется. Да ну, хорош, сразу же бот-паук появляется. Вы знаете, да? Какой он вредный, мерзкопакостный. Ох, ну ладно, нам все равно деваться некуда, придется как-то справляться с этим делом. Конечно, хорошо было бы, если бы у нас тут летающие юниты были. Типа чумной мыши. Но она слабенькая, она не прокачанная, вот в чем вся проблема. Надо, кстати, этим заняться вплотную и уже действительно раскачать эту чумную мышь как следует. Ох, как молотильщик, ой, этот Джиггернаут наяривает. Просто красавец. Шик и блеск. Вообще ничего не могу сказать про него. Ай, вот этого вот не надо нам здесь. Верно, ребят? Вот так. Вот паук у нас отдуплился. Давай, давай, пробиваем, пробиваем. Все, бомбим уже базу. Хорош на них тут любоваться. Слушайте, я думаю, что это изи победа. Ну давай, давай, давай. Да бейте, да ёпрсте. Какого лешего вышел там этот бот-паук? А ну-ка давай вот так сделаем. Все. А то буду я на них еще время тут тратить. Ну что, ребят, второй этап у нас пройден, и у нас третий. Ага, здесь у нас появляется Джиггернаут 72 уровня. Хм. Да плевать. Все равно пройдем. Наша, ребята, команда непобедима. Знайте это. Рано или поздно мы все равно найдем ключик к победе и сделаем наше доброе дело. Так, тихо, тихо, молотильщик, ты куда? Куда это ты? Давай вот так вот сделаем. Получи и распишись, гаденыш. Просто с одной вертушки снесли его. Этого сейчас тоже бомбанем. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Так, фаербол я пока не буду тратить, ребят, пригодится он мне. А вот Джиггернаута вызвать надо. Да давай ты уже, елка, во. Иди ты отсюда. Будешь еще стоять здесь, нервировать нас. Блин, он крепкий, ничего не могу сказать. Так, вот он в отключку упал. Мы его, естественно, уничтожаем. Ну и все, ребят, дальше уже он ничего не сделает. Мы его прижали, грубо говоря, возле прям базы его. Сейчас он будет просто помирать здесь. Ай, Джиггернаут вышел там, да? Стоит, нервирует нас. Ну, последний удар, есть. Ай, хорошо-то как. Двигаемся дальше. Ну что же, вот и предпоследний этап. И здесь у нас трудность в чем? Да ни в чем, ребят.
хилбот, ну что он здесь сделает? Ничего, будет щитоносов своих хилять. Нет, ну конечно, если вот этого паразита, то да, будет нам немножко неудобно. Но я думаю, что вряд ли он этого будет успевать делать, потому что мы должны будем сносить их. У меня есть фаербол, если что. Так что все у нас будет под контролем. Так, давайте-ка мы с вами на Джаггера накопим, да, для начала. Так, Джаггер, ладно, еще можно даже немножечко подкопить маны. Ага, ну смотри, все-таки он так сделал, да. Вызвал щитоносца. И, естественно, сзади хилбот стоит, который будет сейчас хилять. Оу, и тут еще будет паук, а вот это вот уже плохо. У меня есть фаербол. Должен сейчас накопиться, ребята, и я буду его применять. Давай всех в кучу. Вот так вот. Нормуль получилось. По-моему, нифига не нормуль, ребят. Бот-паук начинает, как всегда, притягивать. Оттягивать, ё-моё. В общем, все по старой школе. Да ёлки-палки, ну. Давай. Пробейте этого бота-паука. Есть. Вот это было бы плохо. Мы, кстати, в ответку им бомбанули. И фаербол мой готов. Вот так. Все четко, ребят. Программа моя работает. Опять хилбот, блин. Опять бот-паук. Ё-моё, да что ж такое? Все одни боты. Что будем делать? Будем делать с вами вот так вот. Вызывать нашего молодильщика и надеяться, что он при смерти выпустит свою циркуляру. А если не выпустит, мне надо будет выпускать тогда самому фаербол, ребят. Сейчас, подождите, коплю. Ну, вот так вот. И дедушка сейчас выйдет у меня. 51 секунда времени. Очень мало времени остается. Сейчас, надеюсь, дед начнет тут кумарить их всех. Ну давай, дедуля, где твой там супер удар? Бумс, нормуль. Давай еще удар, вот так, хорошо. 35 секунд у нас осталось. Вот так, хорошо. Может быть, все-таки мы здесь с вами сможем победить. А может быть и нет. Хорошо, так как дед наяривает там, смотри. 22 секунды. Хилботы. Думают, они здесь помогут. Просто дед их с удара сносит. 14 секунд. Ребята, 14 секунд у нас. Давайте, базу бомбим. Ай, 8 секунд. Не успеем, наверное, да? Не успеем. Нет, ну пожалуйста, ну. Есть, ребята, на последних секундах мы забомбили ему базу. Шикарно. Блин, ну дед, конечно, здесь молодец. Отличился, ничего не могу сказать, не понял я. Тьфу ты, это просто у нас этот. Ёлки-палки, это же Джаггернаут. Хилбот 73 уровня. Джаггернаут, причем у них фулл звезды. Плюс еще этот Терминатус 9000, блин. Ну и как тут быть? Как же мне здесь интересно выигрывать? Хм, не знаю, ребят, даже. Я даже, честно сказать, и не знаю, что мне здесь вообще сделать. Кого взять? Этот, конечно, бомбит очень круто. Ведьма здесь вряд ли мне поможет. Он будет их всех сносить снарядами. Единственный нюанс нам может помочь в том, что если он не успеет вызвать босса своего. Хм, будем рисковать. У нас выбора нету. Поехали. У нас просто элементарно, ребят, нету выбора. Так что, если мы сейчас не сможем здесь выиграть, то я думаю, мы опять с вами зависим на пару уровней. Я коплю, ребят, я коплю. Я знаю, что сейчас он будет выставлять этих щитобойцев. И я попробую. А, вот он даже хотел, молотильщика. Ладно, хорошо. Против этого мы вызываем нашего мага-воина. И некро. Некро сейчас должна тут очень хорошо спамить своих черепков. Естественно, в этот момент. Так. Я накопил, ребята. На. О, вот и Джаггер вышел. Блин. Вот он вышел, Джаггернаут. Я вызвал ведьму. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут из этого получится всего. Так. Блин, хилбот вонючий, а. Ты посмотри, что он там творит. Просто выхиливает. Успевает, да, выхилять? Точно. Давай, прыгун. Вся надежда на тебя. Так. Опс, уже термикус вышел. Ты посмотри, что он сейчас будет тут наяривать, ребят. Он даже по ведьме достает. Слишком офигенно у него обстрел идет.
Да ну, хорош, что, серьезно, что ли? Да, ребят, серьезно, смотрите. Просто меня сминают здесь. Вот тупырь. Да давайте вы что-нибудь делаете тут, ёпрасоте. Вот так вот попробуем с вами провернуть. Глупо, конечно, было, но мало ли, вдруг прокатит. Слушай, смотри, сколько у нас там этих черепунделей прыгает. И все равно этого недостаточно, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, хана. Пробили, о-хо-хо. Вот здесь вот, как вот можно драться с этими джеггерами? Не знаю, ребят, даже вообще не представляю просто. Как тут быть-то? Черт их побрал, просто сминает меня. А что он там? Ах, я понял, ребят. Прыгун ему там нервы-то покомпенсировал, да? Опять джаггернаут вышел. Слушайте, ну если здесь у меня ведьма не смогла справиться, а кто ж тогда сможет такую альтернативу еще сделать? Я не знаю. Может быть, богиня света, кстати? А почему бы и нет? Мы, кстати, ее давно не испытывали на прочность. Блин, он всех бомбит. О, я даже еще на ведьму накопил, ребят, смотрите. Ну давай посмотрим. Офигеть. Офигеть, что тут происходит? Просто жесть какая-то. Отражение срабатывает, но недостаточно. Недостаточно хорошо, чтобы убивать сразу. Да хорош ты уже это пыхтеть достал уже в самом деле, блин. Со своей базукой, блин, стоит там, наяривает. Давай-давай, пробиваем, пробиваем этих говняков, всех. А? Видишь, по ведьме достает. Вот у него летят снаряды, смотри. Очень далеко. Сейчас мой этот прыгун будет его колбасить, потому что он под себя не может, ребята, стрелять. И в этот момент... Да давай ты разбирай же! Опять ведьму снесли. Опять они уничтожили мне ведьму. Гады такие. Куда ты побежал-то, эй? Дурик. Вот, наконец-то мы подбили его. Давай посмотрим, что дальше у нас тут пойдет. Он сейчас все равно вызовет еще раз. Стопудово. А мы тогда вызовем ведьму, да? Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшное какое месиво-то здесь. Давай-ка вызовем мага-война. Куда ты, джаггернаут? Разогнался, родной, а? Вот так вот. К ногтю его. Слушайте, ну, конечно, жесть. Термикус этот... Термин 9000, он наяривает по-жесткому. Но мы прошли, прошли этот этап. Я вот не знаю, проходить ли нам его идеально или нет. Смогу ли я, справлюсь. В принципе, ребят, я уже сколько? Довольно долгое время всегда прохожу идеально. Никогда не пасую. И вот в этот момент я тоже думаю, что надо все-таки, наверное, пройти. Но вот кого взять? Вот в чем вся проблема. Если мы, например, возьмем с вами вот эту компашку. Тут у нас очень слабый король. Здесь, ну здесь не прокачанный вообще. Так, давай-ка сюда посмотрим. Здесь ведьма. Здесь дед. Здесь у нас дед. Ну вот кто здесь будет справляться с джаггернаутами? Ну, естественно, мой против вот этого, это вообще никто и ничто. Как же быть? Летающих юнитов здесь нету. Вот здесь все хорошо у нас, в принципе, было. Все идеально, даже я бы сказал. Может быть, конечно, поменять некро. А некро, на кого там поменяешь? Даже не знаю. Но этим отрядом все-таки, мне кажется, это не вариант играть. Хотя можно попробовать. Здесь... Знаете, в чем проблема? Смотрите, у него есть щитобоец. Ой, щитобоец, молотильщик. Молотильщик, когда умирает... Он выпускает циркулярку. Да, пускай не так часто, но выпускает. И представляете, если у меня будет сзади стоять армия чувачков, вот этих вот баллист. Он их просто одной циркуляркой будет всех сносить, а они стоят недешево. И если они упадут, соответственно, враг сможет пробиться, потому что это единственный юнит в этом отряде, который сдерживает на дальних атаках врага. Не вариант, я думаю, что это не прокатит. Если только еще попробовать вот этим вот отрядом попробовать пройти. Ну, как-то я немножко... сомневаюсь. Попробуем, ребята. Все, была не была.
Как говорится, нам все равно с вами терять нечего. Прыгнем с вами в телепорт и улетим, если что. Но я хочу пройти. Попытаться, по крайней мере. Если термикус, этот термин 9000, не успеет выйти, то все будет хорошо. Но он его все равно гад будет вызывать. 100% вам говорю. А, кстати, знаете, что я подумал? Кого бы здесь нам не хватало бы взять? Вот ни за что не догадаетесь. Здесь бы очень хорошо бы нам зашел Джаггернаут, да, именно в этой пачке. Как бы это странно ни звучало. Так, хорошо, здесь мы с вами... Вот видите, в чем вся проблема? Этот вот хилбот, вот он сзади, он лечит Джаггера. Это просто жесть, это имба. Это неубиваемый Джаггер. Поэтому здесь нам нужен прыгун, который будет вот так вот делать. Перепрыгнул вообще этого хилбота. Ладно, фиг с ним. И уже вышел термин. Он уже вышел. Представляешь? Как-то уж больно быстро его вызвал. А если мы вот так вот ураганчиком? Вот они немножко в стане побывали. Да чтоб тебе. Ну посмотри, как он бомбит далеко, а. Отражение, блин, отражение срабатывает. Ну недостаточно, блин, чтобы этот гад сразу сдох. Я не могу пробить, блин. Оу, сейчас ведьма упадет. Сейчас, ребята, по-моему, ведьма упадет. Или все получится? Ни хрена не получается. Ай. Даже не знаю, что и сказать вам по этому поводу. Ты видел, что сейчас произошло? Я думаю, ты видел. Молотильщик погиб, естественно, за собой и имел право выпустить циркулярную пилу, которая всех там порешала. Не знаю, ребят. Честно скажу, не знаю, что здесь даже и сделать. Вот я вызвал еще ведьму. Времени 10 секунд. Уже, опять же, с вами не успеваем по времени, ребят. Черт, да их побрал. Опять же, колбасят мне ведьму мою. У нас не хватает мощей пробить Джаггернаута. Причем довольно быстро. Вот в этом вся проблема. Да-да-да, именно в этом вся проблема, ребят. Если бы у нас... А знаете, кто бы здесь тоже хорошо зашел бы? Пришелец. Но вряд ли бы он, конечно, хватал бы вот этого Джаггернаута. Не хватало бы у него, как говорится, мощей его захватить и утащить. Ой, фигня, блин. Да заморозьтесь, мужик, все. Говнюки, блин. Идите вот сюда, вот. На расколбаску, блин. О, видел? Пила вылетает и уничтожает всех юнитов сразу же. Как тут быть? Офигеть, он там строчит, блин, гад. Давай, давай, давай. А, он еще и отхил... А, нет, это хилбот его хилит. Я думал, он может еще и отхиливаться. Думал, это вообще имба уже какая-то. Кстати, здесь, может быть, хорошо даже зашла бы чумная летучая мышь. Ну, не сломите урон. Что делать-то, блин, я не знаю. Ускоряться, если только. Давай ускоримся. Уничтожили как-то. Каким-то чудом мы этого термина заколбасили. Но все равно для этого меня не, как говорится, не радует. Потому что мы по времени опять с вами не успели пройти. Ну зато карточек здесь нахапали целую кучу. Слушай, давай попробуем здесь пройти, например, вот этим вот отрядом. Так, у нас здесь молотильщик, ниндзя. Ниндзя хорош будет против кого? Здесь летающих юнитов нету, поэтому ниндзя здесь вообще бесполезен, если честно. Хотя, как поддержка издалека, может быть, что-то и выйдет. А если вот эту вот команду немножко нам апгрейдить, а как? Взять, предположим, да, Вуджена. У него 4 звезды, все-таки нормуль. БФГ слабенький. Слушай, давай попробуем, действительно. Что у нас из этого получится? Вот в этот отряд вставим Вуджена, предположим, и Служителя Тьмы.
Слушай-ка, как вариант? Давай рискнем. Уберем отсюда нашего щитоносца. Так, секунду, ребята. Где мои отряды? Сейчас мы с вами немножко подкорректируем. И может быть что-то новенькое у нас получится. Да ладно тебе, это мне не нужно. Так, давайте здесь заберем гемы, которые мы с вами успели заработать. И будем немножко с вами думать. Значит, этот нам не нужен. Паладин нам, наверное, пригодится, скорее всего. Короля мы убираем. Хорошо. И из этого отряда мы с вами убираем. Кстати, вот Джена прокачать надо маленько. Эть, не хватило капельку. Ладно, фиг с ним. Что опять тут, ага, запрос. Так, отсюда мы с вами уберем Вуджена и служителя тьмы. Ну, а поставим, пожалуй-ка мы... давай, вы давно просили Таракошева раскачать? Вот мы его будем раскачивать. А может быть нам взять с вами тыквоголового? А почему бы нет? У него массовая атака, он довольно неплохо бомбит. Слушай, как вариант. Ладно, сейчас мы с вами все попробуем потихонечку. Кого нам еще поставить на раскачку с вами, а? Кто мне скажет? Грифона? Не вариант, я думаю, да? Пришельца? Ребят, напишите, кого мне лучше всего поставить на раскачку, а? Привидение? Ну, не хочу я его. Банша? Тоже не хочу. Даже не... Давай вот... Пускай она пока у нас тут тренируется. Так, а теперь вот этот вот отряд мы с вами укомплектовываем. Только как? Вот в чем. Давай возьмем тыквоголового. Слушай, а не мало ли у нас юнитов-то получается? Тыквоголовый. Там же Джаггернаут. Он же еще тот говнюк. Короля, короля, я не знаю даже. Богиню света я все-таки возьму. Так, богиня света. У нас здесь самурай. Паладин. База, в принципе, база нормуль. Она у нас бомбит лазерами. Мы должны, в принципе, справиться, да? Ну что, попробуем. Вуджена будем брать, блин, или нет? Я вот не знаю. Слишком тогда у нас будет много дальнобойных юнитов, если честно. Тут, смотри, у нас будет баллиста. Тыквоголовый. Тыквоголовый. Слушай, давай посмотрим вот так вот, а потом, если что, переиграем. Попробуем немножко другим отрядом. Поехали. Ой-ой-ой. Да, сейчас будет, по-моему, очень жарко. Очень жарко. Такое жарево сейчас будет, что мама не горюй. Богиня света. Ну что она может сделать, в принципе? Ну, бьет лучом, да? Бьет лучом. А термин, по-моему, 9000 он бомбит намного дальше. Так, давайте вызываем паладина. И уже будем, наверное, потихоньку вызывать Вуджена. Так, вот он вышел, Вуджен. Посмотрим. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Давай вот так вот. Ага. О, Джаггернаут, блин, ребята. Давай посмотрим, как мы здесь. Так, хилбота, в принципе, мы разбираем. И это уже хороший плюс. Слушай, ну он, блин, пробивает очень быстро. Давай, 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 давай. По-моему, не хватает нам, ребят, мощей, запала. Если сейчас, ребят, не дай боже, выпустит чувачок этот свою циркуляру, он всех моих вот этих юнитов сзади просто снесет в хлам, поверьте мне. И вот термин вышел. Вышел термин собственной персоной. Так, 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 прожимаем, прожимаем, ребят, прожимаем его. Я вызываю богиню. Давай посмотрим, что у нас получится. Пока хорошо держим. Это пока. Не понял, а что это сейчас было? Как это Джаггернаут телепортировался? Что это еще за новости? Эй, ты посмотри, блин. Да давай ты строчи, ёпрасоте, а. Ой, богиня света сейчас упадет, ребят.
Сейчас она упадет. Уже упала. Да что ж такое, опять не повезло нам, а? Не так, так, так у меня бомбит, а? Ой-ой-ой. Нет, ребят, не вариант. Не прокатило, как мы видим. А начинали довольно бодро. Все, потому что вот этот вот термин 9000 слишком большой радиус обстрела имеет. Он расстрелял просто-напросто моих баллист, которые стояли сзади. Что же мы тогда можем делать? Опять по времени мы не успели, к сожалению. О, видели, что получилось? Вылетела циркуляра и уничтожила практически всех моих юнитов. Все, тут, ребята, мы сплавились. Можно, в принципе, ускоряться, проигрывать. С чистой совестью. Ничего не делаем. Не хватает запала. Ладно, пускай проходит. Сейчас будем с вами что-нибудь корректировать. Раз не помогают нам с вами... Хотя, давайте вот так вот сделаем. Ну его нафиг. Попробуем, ребят. Ну, должен пройти. Эй! Ты посмотри, что он делает. Жесть, ребят. Просто богиня света, как будто здесь не было. Ну, естественно, естественно. Не, ребят, зря я только 10 гемов потратил. Да как меня этот хилбот бесит уже. Не могу прям, блин. Вообще, ребят, убивает меня. Вся проблема только из-за него. Ну что ты тут разогнался-то, блин? Куда ты там побежал, блин, паршивец? Не, не вариант, ребят, проигрываем. Проигрываем. Надо, значит, побольше каких-то летающих юнитов брать. Или что-то в этом роде. Которые могли бы просто перелетать и вот бомбить этих гадов. Продолжить. Слушай, вот меня этот уровень зацепил, а? Я прям не могу. Ну, давай посмотрим. Уберем мы отсюда, предположим, Новуджена. И смотрим, кто у нас здесь летающий юнит, так скажем. Чумная мышь летучая. Но она слабенькая, в принципе. Можно взять тыквоголового. А зачем он нам здесь нужен? Все равно он по земле ходит, его снесут. Хм. Блин, я даже не знаю. Блиста хорош, может быть вот этого взять. Но он не прокачан у нас. Толку от него никакого. Зомби. Слушай, а можно взять зомби? Но он доходить не будет, его будут расстреливать. Черт подери. Жаба боевая фигня это полная. Нету, ребят, представляете, нету у меня хороших юнитов, которые могли бы бомбить. Угу. Ну что тут, ну паладин и самурай. Вы сами прекрасно видели, как их тут разносит. Тут паладин вообще не котируется. А если мы с вами, знаете, что сделаем? Возьмем служителя тьмы. Он же хиляется, да, ребята? И мы будем тогда хиляться. И также возьмем... Где, блин, паладин? Паладин. Или можно взять... Нет, зомби с гробовой плитой не вариант. Я бы лучше, конечно, взял бы Джаггера сюда бы. Ну что, попробуем? Вот зацепил-то меня этот этапчик, да? Так, чумная мышь, тебе, наверное... Эх, не хватило, блин. А этот уровень, ребята, очень много чего значит. Надеюсь, получим с вами уровень. И, возможно, у нас обновится вся энергия. Поехали, короче. Буду бомбить нафиг. Пытаться. По крайней мере, чумную мышь никто не сможет здесь атаковать. И это хорошо. Она будет просто их травить, травить, травить до потери пульса. Джаггернаут, он воздушной цели не бьет. Вот то, что, конечно, опять же, у нас служитель тьмы и баллиста, они ватные. Их будут просто убивать. Убивать сразу же причем. А ну-ка, чумная летучая мышь, давай. На выручку. Посмотрим, как ты... Слушай, ну неплохо она бомбит. Так, дальше мы с вами служителя тьмы. Давай посмотрим, будет она отхиливать у меня. О, замечательно. Паладинчик моего хиляет, и это уже хорошо. Так, слушай-ка, ну смотри. Противодействие у нас какое, ребят. Ну мой жрец не успевает, ребят, к сожалению, отхилять.
по полной программе, как бы я этого хотел. Зато, смотрите, чумные мыши быстро убивают молотильщика. И это хорошо, кстати. Ага. Так. Давай-ка мы поможем. Термин вышел, да? Уже вышел термин. Черт бы его побрал, блин. Давай так попробуем сделать. Блин, он даже сносит воздушные цели, ребят. Представляешь? Смотри, что происходит. А, это, видимо, когда они взрываются. Вот упырь. Вот упырь, что творит, блин? Да как с этим гадом драться-то? Давай поможем. Давай-давай, термин. Эй, не прожгли маленько. Вызываю богиню света, она здесь навряд ли мне поможет, конечно. А, мы замочили, ребята, мы замочили термина. Ёлки-палки, ну. Давай, богинюшка, времени мало, правда, у нас. У нас очень мало времени, 31 секунда. Этого недостаточно. Да давай ты жари их. 23 секунды, ну. Давай вот так вот делать. Лишь бы выиграть, лишь бы победить. Травим их тут всех. 13 секунд. Не успеем мы, ребята, блин, базу, блин. Они слишком медленно. Идут как в штаны наложили, блин. На каждую хрень отвлекаются. Ай-яй-яй-яй-яй. А так все хорошо. Блин, 3 секунды. Не получилось. Опять не получилось. Бред. Бред силы подул, ребят. Ну, я не знаю. Я не знаю, как еще тут быть. Хотя вот эта пачка, мне кажется, вообще здесь идеально зашла. Слушай, я буду переигрывать. Я буду, ребятушки, переигрывать. Вы можете, кстати, перемотать, если кому-то это неинтересно, надоело все это смотреть. Но я все равно добью. Я не буду монтировать в конце, я все равно этих гадов добью. Единственное, вот я думаю, служитель тьмы. На кого тебя можно было бы заметить? Да ни на кого, ребят. Будем пытаться. Там не хватило нам буквально, ну, 10 секунд. Представляете, 10 секунд всего лишь. Не хватило. Не сдамся. Не отступать, не сдаваться. Мою кредо, ребят. Давай, давай, 500, 500, 500. Будем пробовать сейчас. Нет, не получится, нифига, блин. Как всегда, он одних и тех же по стандарту, блин, вызывает. Одних и тех же. Давай, чумная, трави этого молотильщика. Так, хорошо, да. Теперь мы с вами попробуем успеть вызвать нашу, как говорится, богиню солнца. Да давай ты, блин, появляйся. Ну, радость ты моя, ну, есть. Так, джиггернаута мы сносим. Попробуем снести его. Что-то ни хрена у нас не получается пока. Как ни странно, блин. Так, травим, травим, травим. Да что же ты будешь делать? Неужели сейчас, да, ребят, они меня сейчас снесут. Уже снесли, к сожалению, богиню. И я чувствую, термин вышел. Да, ребят, вышел гад этот. Подзаборный, блин. Этот гад подзаборный уже вышел. Хорошо. Поехали далее. Может быть, я еще, ребят, успею богиню призвать даже. Кто его знает. Зайдет все. Успею, нет? По-моему, нифига не успею, да, ребят? Да пошел ты! Блин, ну не катит здесь богиня свет. Ну хоть ты что делай, а? Не катит и все. Не, ребят, нет. Проигрываем. Так. Как же быть-то? Как же мне быть? Давай что-нибудь другое тогда с вами покумекаем. Так, этого я не хочу брать. Вот этот отряд очень хорош, но слаб. Давай попробуем тогда вот этим отрядом, ребят. Выбора у нас все равно нету. Будем пытаться. А вдруг прокатит? Хотя я, блядь, сомневаюсь, офигеть как. Поехали.
Джаггернаут против вражеского джаггернаута. Я не знаю, что это получится, конечно. Дед. Ну, дед, конечно, хорош, если успеет подойти к боссу, его звездануть, тот его оглушит. Ну, соответственно, его накажет. Так. А этого минус. В расход, как говорится. Так, дед, давай, дедушка, выходи, ты мне нужен здесь. Ты мне здесь очень нужен. Так, ребят, я вызвал деда. Остается только лишь смотреть, как у нас тут все это дело пойдет. Он сейчас термина вызовет своего, стопудово говорю. Хилбот успевает, да, выхилять? Или не успевает, не пойму. По-моему, пока ничего он там не успевает сделать. Так, давай, давай, дедуля. Вот так вот. Круто, вообще разнесли в хламину. Ой, ребятули, вот это да. Кто бы мог подумать, что именно этим отрядом я без проблем забомблю этого гада. Офигеть просто, ребят, для меня это какой-то нонсенс. Я сомневался долгое время, и как видите, зря. Ой, ну что же, летим с вами в следующий портал. Так, и у нас здесь захватчики. Нифига ты, посмотри, какой он страшный. Так, ну-ка посмотрим. Я, в принципе, думаю, что... Ах, тут улитка. Тут улитка у нас скоростная. Хм. Здесь у нас нет энергии, к сожалению. Здесь надо, ребята, все менять полностью. Абсолютно. Нам нужно обратно поставить наших юнитов. А это кто? Это наш самурай. Так, секундочку. Давай-ка мы поменяем. Летучая чумная мышь здесь не нужна. Здесь нужен наш самурайчик. Вот так вот. И вместо служителя тьмы кто у нас тут стоял? М? Кто помнит? Я вот что-то не помню. Служитель тьмы. А действительно, кто у нас тут стоял-то, елки-палки? Может быть, нам поставить вот этого чувачка сюда? Нет, это слишком как-то не годится, ребята, нам. Чумная мышь, в принципе, хороша. Надо будет, кстати, ее прокачать. Да, ребят? Ну что, давайте вот так попробуем, фиг с ним. Молотильщик, конечно, захватчик, да, у нас тут. Так, сейчас мы тебя на один уровень подняли. Ну что, поехали. Ах, ребят, у нас же здесь богиня. Ну ладно, пускай будет богиня света, фиг с ним. Света, солнце, в принципе, вы поняли, да? Добро, тепло она дает нам всем. Сейчас побегут архаровцы здесь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, успел? Успел, отлично. Так, дальше главное нам вызвать, ребята, паладина. Нам здесь нужен паладин в обязательном порядке, просто-напросто. Ну, Палыч, ты где? Вот он вышел, родной. Оп, оп, ты посмотри, какой он. Охереть, ребяту. Посмотри, какой здоровый, такой противный, безобразный. И мощный гад. Он очень мощный. Так, отлично. Мы уже бомбим базу, ребята. А это означает, что все у нас под контролем. Ага, под контролем, ну почти. Давай, 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 трави его. Гада этого. Вот так вот, борода очень отдыхает. Ну а мы с вами идем дальше. Слушайте, мы получим с вами уровень сегодня или нет, а? В конце концов. Давай так вообще поможем. Готово. Фух, шикарно. Да, ребята, вот это бонус, вот это бинго. 68 уровень мы с вами зарабатываем. Естественно, получаем всю энергию, 16 гемов и 102 тысячи голды. Ну разве это не прелесть? Конечно, прелесть. Поэтому давайте прокачивать с вами наших персонажей. Естественно, в первую очередь ведьму. Мою имбу. Слушайте, ну смотрите, ведьма имба имбой, да? И в то же время какой-то старый дедушка Хмарионыш, которого все практически списали со счетов. По крайней мере, мне писали в комментариях. Дед, в
фуфло, ничего не может, он медленный, вот. Ну, ребят, вы сами видели, что он делает. Как он растоптал термина. Просто элементарно. Просто пришел, звезданул тот поглушение, и мои ребята его забомбили. Даже ведьма так не могла сделать, понимаете? Поэтому зря, ребят, зря вы обижаете старого дедушку этого. Ну что же, я не знаю, мы, в принципе, можем с вами поиграть дальше, или же все-таки встретиться в следующей серии, потому что мы как бы и так с вами долго играем. Ладно, я думаю, что мы долго играли в один уровень, поэтому имеем право немножко с вами поиграть еще. Так, ну что же, здесь у нас жаба с пушкой, кстати, мы с ним одинакового уровня, так что одни пускай ребятули отдыхают, и я думаю, что вот этот отряд, да, именно этот отряд нам должен хорошо зайти. Поехали. Поехали, как говорится. А, здесь улитка, елки-палки. Нужно срочно вызывать голема. Голем, 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 давай выходи. Так, голем вышел. Я жду улитку. Что-то не вызывает он. Ой-ой-ой, зачем? Зачем ты так сразу-то? Зачем ты так, блин, делаешь? Зачем ты поступаешь? Все. Если вышел Джаггернаут, это кранты, блин. Это кранты им всем. Да-да-да, конечно, ага. Гиблюшки раскатил. Ничегошеньки у вас тут больше не получится. Ничего не сработает. Давай, ниндзя, покажи им, где раки зимуют. Так, я еще одного Джаггера вызову. И все, базу мы сейчас забомбим. Да, ребята, по красоте. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. И у нас третий этап. Тут у нас воблер, да, добавляется. Воблер, в принципе, ничего, опять же, сложного здесь нету. Команда будет такая же, в том же самом составе. Поэтому поехали. Продолжить. Так, нужно в первую очередь вызывать всегда голема, потому что хрен знает, что там он у него на уме, кого он там хочет вызвать. Что-то затихарился, смотри-ка. Затихарился, гад. Ага, вызвал все-таки бородавочника. Ну, смотрите, блин, вот воблер, это уже плохо. Ай, блин, всех в кучу тут понавызывал. Минус, всех снесли. Отлично, продолжаем наш путь. Фаербол вызываем, чтобы не мешался здесь никто. Воблер, хорош, успокойся там. Заморозка. Ну, даже не понадобилось. Да, ребята, изи, по-другому не назвать. Предпоследний этап у нас у захватчиков. И здесь добавляется две жабы. Одна с пушкой, другая с молотом. Поэтому ничегошеньки я здесь менять не буду. Идем по стандарту. Поехали. Так. Давайте-ка, наверное... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, ну, успеем. Успели, ребят, перехватить, иначе бы взрывной волной он бы мог нанести нам повреждение по базе, и это было бы очень плохо. Нам это не нужно? Конечно же нет. Да ну хорош, блин! А вот это было подло. Мы тогда вызываем Джаггернаута, которому пофиг на эту улитку и на всех остальных. А он, смотрите, меня хочет затравить своими жабами, да? Зря, конечно, ты парень. Иди отсюда. Нервируешь просто же. Так, жаба вышла с пушкой. Фигово. И улитка. Ага. Надо, ребята, прикрывать его из своей тылы. Ой, жаба какая слабенькая оказалась. Сносим ее на ура. А вот эта крепенькая. Так, минус. И этого сейчас тоже распишем. Все, ребятули. Бомбим базу. Ну давай, давай, давай. Ускорение поставим. И фаерволом добьем. Вот так вот. Ну что ж, переходим к заключительному этапу и смотрим, кто у нас здесь. Ага, захватчик разума. Воблер. Слушайте, я думаю, что ничего здесь сложного нету. Поехали. Ну, даже если он кого-то там переманит на свою сторону, то это ничего страшного. Должны справиться. Так, тут у него... Давай посмотрим, кто кого, как говорится, голем против боевой жабы с молотом. Файт.
Понеслась. Блин, у него сильнее. Зато, по-моему, мой чаще бьет. Ну да. Но все равно мы проиграем ему. Если один на один, мы проиграли бы. Так, воблер вышел, блин. Так, отлично. Хорошо-то как. Так, воблер, успокойся тут, нервируешь нас. Улитка, минус. Давай-давай-давай-давай, бородавочек обязательно сносим. Он мощный говнюк. Все. Так, у нас это последний же этап, да? Тут босс должен быть. Но я думаю, до него дело не дойдет. До этого повелителя. А нет, вышел. Ты посмотри, вышел он. Фаербол, давай быстрее, быстрее фаербол. Вперед из песни. Вот так вот. Делается вот. Ой, я его не добил. Радуюсь тут. Ну, расстреливаем, расстреливаем. Ниндзюцы. Да ну нафиг. Неужели пройдет, а? Неужели пробьется? Да ну, хорош. Так, ладно. Черт, а я-то, ребята, обрадовался. Рано радуемся. Времени, блин, минута. Мало. Этого мало. Да куда ты, блин, своим фаербол? Мимо нафиг мы. Слушай, я хотел на деда накопить. Че я тут куплю? Нужен был мне дед. Я его не вызвал, нифига. 40 секунд, ребята. Даже не знаю. Врать не буду, сможем, не сможем. Ну, не сможем, я переиграю. Только не буду уже немножечко по-другому действовать. Оп, сразу двоих снес, гад. Да, к сожалению, я не успею по времени. Угу. Как пить дать, я уже это вижу. Черт бы их побрал, а. Чего я так обрадовался раньше времени, блин? Я думал, что мы с вами снесли с фаерболом этого повелителя разума, блин. Но нет, не вышло у меня. Оплошал я. И, к сожалению, проигрываем из-за времени. Ладно, ребят, я ускоряюсь. Будем переигрывать этот уровень с вами. Сам виноват, деда не вызвал, блин. Ай, да. Давай уже просто его забомбим здесь, в конце концов. Да, не хватило совсем немножко. Продолжить. Не продолжить, к сожалению, а. Заново играем. Продолжить. Да, если бы я, конечно, вызвал бы деда, был бы совсем другой расклад. Угу. Он бы шел себе потихонечку и забомбил бы. Повелитель разума, насколько я помню, ребята, он не может захватывать боссов под свое владение. Поэтому дед бы ему просто накумарил. Он же ничего делать не может. У него защита, это единственное, что он вот захватывает твоих юнитов. Все. Никакой атаки, собственно, у него нету. Поэтому уничтожаем здесь всех. Опять. Слушайте, знакомая опять же ситуация. Мы опять же бомбим ему базу. Но на этот раз я не буду, ребят. Я буду делать по-другому. Вызывать, естественно, деда. Ну его нафиг. Так, ну, дед. Да ладно, да вот, вот, не знаю. Смотрите, сейчас вообще он его не вызвал. Мы его просто расписали здесь проще пареной ребы. Ох, неплохой, неплохой реворд. Ну что, ребятки, у нас с вами следующая миссия, да? Терракотовая долина у нас. Я даже не знаю, стоит ли в нее начинать играть, или это лучше нам перекинуть на следующую серию. Ладно, ребят, давайте мы перекинем это уже с вами на следующий видосик. Итак, мы сегодня с вами уже долго играем. Вы, наверное, устали, утомились. Так что, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам, ребят, понравилось. А мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. Так что, всем пока, удачи и до новых скорых видосиков.